Медицинские учреждения края сегодня получили 49 машин скорой помощи. Это внедорожники класса «Б», оснащенные всем необходимым оборудованием. Новая техника отправится в 31 населенный пункт края. 14 машин останутся в Барнауле, 5 уже уехали в Бийск, 2 в Рубцовск. Большинство автомобилей распределили в центральные районные больницы, в основном такие, которые находятся в отдаленных районах с большой протяженностью дорог. Так, в Поспелихе путь к пациенту может составить 70 километров. Когда автомобиль новый, не надо в него заглядывать, что он рабочий, только следи, ухаживай. Со стороны водительской, я имею в виду. Намного современнее и высокая проходимость, и полностью укомплектованные. Не нужно будет укомплектовывать уже самим. Ключи от новых машин главным врачам вручил губернатор края Виктор Томенко. Он отметил, что это первая партия санитарной автотехники, которую регион закупил в этом году. Один автомобиль скорой помощи стоит около 2,5 миллионов рублей, а их общая стоимость – 125 миллионов. Большую часть денег выделил краевой бюджет.